Вот такое утро туманное. Ночью вообще была тишина и духота. И, кстати, сейчас вот тоже, хоть туман и ползет, но это не холодно. Придется идти по приборам, по тропам. Солнце где-то там должно быть. Такой призрачный лес. Кривые можжевельники. Кстати, даже на листьях у них, ну, на этих мелких листьях чувствуется влага. Иду вот по тропе. Вот такая самая натоптанная. В принципе, тут заблудиться сложно. Но хз. Угадать, предсказывать сложно. Можно и в такой очевидной этой полтонуть, в такую погоду. Ну, вроде ветерок здесь дует, может быть, сейчас весь туман сдует. Да, туман в горах. Это всегда непонятно, куда идти. Но это как, наверное, морской туман. Там с моря дует, я чувствую. Вот в дикой форме здесь растут опунцы. Они даже, кстати, зимуют. Здесь как-то Новый год отмечали. Ну, встречали. Было где-то, ну, минус был точно. И вот эти все кактусы прям сморщились. Даже сильнее, чем вот сейчас. Но ничего. Живы. Вообще духота, конечно, ужаснейшая. Похоже, тропа выводит на основную внизу. По красным точкам иду. Да, душно прям вообще ужас. Вроде солнца нет, а прям как будто это душ принял, потому что все. И рюкзак весь такой влажный. Что-то я не думал, что так бывает. Подхожу к новому свету. Что-то духота такая прям вообще. С меня лез, как будто я лезу в гору в середине дня под солнцем. Ужас какой-то. Меганон. Тоже в тумане. Что-то прям как низкое облако. Приехал в Судак, проезд от Нового Света 16 рублей стоит. Зашел на базар судакский. Овощи, фрукты гораздо дешевле, прям даже помидор по 40 есть, персики по 150, инжир тоже где-то так же. А там, смотрю, торгуют вообще в это, ну, не на самом рынке, а около, обычно, как у нас бабки сидят. Мне кажется, там еще дешевле, я, правда, не спрашивал, но... Так что Судак сам по себе дешевле. А вот продукты примерно так же в магазине, как и в Ялте. Базаров дешевле фрукты. Так что если что... Я думаю, жилье здесь тоже должно быть дешевле. Вот жду маршрутку на Меганом. Написано пляж Меганом. 13-е. Посмотрим, куда она точно едет. Вообще, Судак, как он был грязный, пыльный, таким он и остался. Что-то какой-то весь неухоженный. Ну и контингент, наверное, здесь отдыхает попроще, чем в Ялте. Ну, значит, буду ждать маршрутку.
да, кстати. Проходить города тоже как бы. Автостопом, когда едешь через город, желательно. Ну, не люблю я в городах останавливаться, допустим, потому что, ну, в российских, по крайней мере. Потому что, например, приспичивают тебя в туалет и куда. Такая, ну, вроде такой момент, который как бы особо никто не думает, а вот на самом деле и где. Искать какие-то кусты надо там. Или еще что-то. Поэтому я говорю тут. Короче, вот так вот. Воды, кстати, да, про воду. Воды я набрал в церкви, там прямо их. Ну, около базара там церковь есть такая. Не помню, как она называется. У них прям там кран написано. Святая вода. То есть водопроводная вода, наверное. Не, ну может быть там, конечно, какой-нибудь бак стоит. ХЗ. Ну, короче, написано. Святая вода и кран. Два крана. Ну, я набрал по полной. Так что, если что, воду можно набрать в церкви. Причем святую. И на ней готовить. Как я понял, Меганом — это край дикого туриста. Проезд, кстати, 50 рублей стоит. За багаж не взяли. Вне сезона, вот сейчас уже водил, говорит, я, наверное, не поеду. То есть тут как повезет. 50 рублей, конечно, дорого, но сюда очень хреново добираться. Я даже не знаю, судака там какие-то сложными путями. Здесь очень много вдоль берега стоит вот этих вот домиков на колесах. Не знаю, то ли сдают, то ли сами приехали. И палаточники стоят, ну там. Туристы с рюкзаками уже встретились. Так что здесь такой дикий край, я так понимаю. Но когда я здесь был последний раз, тут не было ни хера вообще. Был только вот этот пляж. И какие-то там такие энтузиасты. И тогда я, по-моему, доезжал до поворота на Солнечную долину и сюда пешком уже шел. То есть сюда автобус точно не ходил. Ну, так что вот так вот, такая вот, такой вот он Меганом. Короче, почалил я на мыс. Посмотрим, что там сейчас за тропа. Такие здесь глиняные обрывы. Высокие прям какие. Наверное, весной, или когда дожди, то они осыпаются хорошо так. Даже сейчас вот туман, вот этот вот. Тропа вот здесь вот такая влажная местами. Вот это вот уже скала начинается. Тропа пойдет уже вон вверх. Стоит без палатки. В общем, короче, вот туда. Ну-ка, ну-ка. Да, вон туда. Куча троп. Ладно. Видно будет. Обрывы здесь нехилые, здесь прям засыпать может. Особенно если какая-нибудь влажная погода. Я что-то как-то здесь не ходил, я, наверное, обычно я ходил верхом. Здесь вот прям... Ущелье, конечно, непроходимое. Напоминает, вообще Меганом своей природы мне напоминает Среднюю Азию. Такие же выжженные солнцем горы, где вообще ничего не растет. Редкая трава тут какая. И все. Вообще это глина. То есть вот видно. Она даже вот и все сыпется. То есть влажная погода, и здесь все просто, наверное, стекает. Особенно если дождь идет. Все вниз, в море. А тут каперсы растут, кстати. Это прям Азербайджан. Какие-нибудь склоны грязевых вулканов. Тоже вон какие-то пещеры.
вымыты или выветрены. Похоже, похоже. Я говорю, бегатон какой-то отличается, он так. Может, еще где-то в Крыму есть подобный пейзаж. Что-то я вот просто мне не попадались. Панорама местности. А вот интересные выветренные скалы. Ну не скалы, а как эрозия. Долина. Я, кстати, не долина, о, экскурсия целая идет. Цинги их называют. Иностранцы. Ну не иностранцы, а вообще называют. На Мадагаскаре есть похожие. Но там они, правда, из вулканических пород. Вообще такие формы рельефа много где есть, особенно в сухих регионах, типа вот в Пакистане я видел, в Азербайджане, кстати, вот я тоже был там, целые такие долины прям, как лабиринты вот этих вот выветренных, ну как это назвать, выветренного рельефа. А здесь своя долина привидений. Раньше там было такое неудобное место с рюкзаком, там как выдолблено в скале. Не знаю сейчас, как там сделали. Вот где-то там было. Или вот здесь, наверное.
Еще один дикий пляж, когда-то бывший. Сейчас и он сюда гоняет туристов. Толпы. Еще там такая какая-то неформальская тусовка, что ли. Наверное, планокуров много. Я так думаю, судя по символике на скалах. На скалах. И как назло, море сегодня немного штормит. То есть на скалах купаться уже навряд ли получится. Пляжик-то, конечно, хороший. Широкий такой. Короче, здесь место для медитации такое. Где-то они купаются, непонятно, где воду берут. Может, какие-нибудь родники есть, как в Тарханкуте. Но жгут они вот эти деревья, вот это, конечно, хреново. Потому что все-таки деревьев здесь не так много, чтобы их все сжечь. Еще один пляж. Смотри, там стоят. Ну что же там же, кстати. Здесь пляж как бы не очень приятный для купания. Поэтому пойду поищу еще чего-нибудь. Купался здесь пару часов. Думаю, пройдусь еще подальше. Может, что-нибудь получше найду. Здесь проводились какие-то ритуалы. Буддийские флажки. Кругом какие-то ритуальные эти хреновины. Чё-то камера. Отдыхающие идут верхней тропой. Я иду нижней, вдоль берега.
поисках места. Все удобные места уже заняты. Тут все практически. И это уже конец сезона. Вон там тоже все в палатках. Короче, хрен тут найдешь, наверное, место. Здесь хорошая заводь образуется камнями. Даже вол нет. Спросил, где воду берут. Сказали, за маяком. То есть вот эта тропа на маяк. Там маяк наверху, а за ним внизу родник. Говорят, из емкости набирается. То есть там не просто капает в какую-то емкость, из нее можно набрать. А вот чуваки поставили палатку вообще в экстремал. И под таким склоном я, конечно, никогда не поставил. Тем более ни один день не стоят здесь. Если посыпят, то завалит нахрен. Палатки под каждым углом, как грибы. Под каждым деревом. Я так подумал, а хрен ли, вот так вот приехал сюда, например, вдвоем-втроем. Ну или там еще побольше народа. Поставил палатки и живи здесь неделю, две. Сходил раз-два дня в родник, принес литру 20 воды. За Харчиком судак доехал. Купил какие-нибудь фрукты, овощи, что не портится, жару. И все. Взял сюда ноутбук с солнечными батареями. И можно книжки читать, можно фильмы смотреть, можно просто медитировать. Да, короче, мне тоже предстоит этот набор высоты. Сегодня, что ли? Похоже, рыба ловит. Тропа на маяк. Что-то сегодня какая-то жопа вообще. Такая духота, как в бане прям. С меня 100 потов сошло.
Еще такой духоты я не помню за две недели. Какой-то ужас. Оказывается, ты там свернул не туда. Там был резкий поворот на 180 градусов, а я стрелку не заметил. Пошел по какой-то левой тропе. Но вовремя чувак какой-то прошел, я его увидел. А так там дальше, по той тропе, по которой я шел, там что-то вообще ужас какой-то. Там с рюкзаком я точно прошел. Так что, кто пойдет, смотрите внимательнее на стрелки. Меньше по сторонам, больше под ноги, перед собой. Вот такой вот он меганом с этой стороны. Весь в туристах. Прям вообще жилой лагерь какой-то. Маяки Меганова. Это, наверное, старое, а это новое. Да, этот берег вообще неприступный, похоже. Здесь только вверх. Родники где-то вот там, что-то много туда вниз, всякие колеи ведут. Домик смотрителя. Туда дорога пошла наверх, на сопку. Может, что-то для военных целей, сооружение какое-то. Что-то маяк не очень похож. Эта сторона непроходима. Вот это особь охренеть. С моря, наверное, круто смотрится с той стороны. Проходил чел, же, наверное, житель этих домов какой-то такой. Видать, его... Ну, и тут все такие. Типа достали их туристы. Короче, сказал вот туда. Вниз, к морю, самый вниз, вдоль моря идти, вот за угол, вот за этот. Короче, сказал далеко, ну хз. Но я думаю, стоит верить. Короче, я не пойду, наверное, с рюкзаком с таким. Тем более, не знаю, что там. Поставить палатку можно, не можно. Вода у меня вроде пока есть. Короче, наверное, полезу наверх все-таки, по этой дороге. Я думал, это родник, а это хрен пойми что. Какой-то сарай.
Ну, естественно, где ведь реки стоят, там проход, проезд запрещены. Можно только по дороге. Как в Средней Азии прям. Пейзаж. Какой-то поселок, что ли. Тоже море с другой стороны. Не гадал. Да, прям как Узбекистан какой-нибудь. И полынь еще пахнет. Прям вообще как будто в Средней Азии. Мне куда-то туда, наверное. Какие-то дачи там.